по местам! С возвращением, капитан!
Тем, кто не боится космоса, стоит учиться дышать под водой. Весла на воду! Гребцы больше не могут, капитан! Готовь весла! Убрать парус!
Готовьте весла! Держитесь! По местам! Thank you.
весла! Поджарим, капитан! Гребцы, ну! На таран идем! Мы больше не можем плыть так быстро! Достаточно! Здесь родился Гиппократ. Столько трав. Понятно, почему он стал лекарем. No!
страдаем. Попробую найти укрытие. Помогите! Ведь кто-нибудь! Эй! Что-то неладно. Маркос? Алексиос Айрес! Как? Я не понял! Теперь их натиск ослабеет. Yeah!
Да чего проворен? Донеси меня до дома, он по ту сторону горы. Тащить тебя всю дорогу? Я так слаб, так хрупок. Да. Виноградник снова. Я сама последовательность, друг мой. А, вот так. Когда нужно скрыться, ты лучший. Не за что. Алексиус, прошу, располагайся в моем новом доме. Конечно, я не ждал гостей, но нужно быть готовым ко всему. Вина? Маркос, не верится, что ты здесь. Напрасно, друг мой. Я человек не одного города, но многих. Кто я такой, чтобы лишать мир того, что я могу предложить? Что привело тебя на Кос? Я кое-что узнал про почву. Понял, что винограду в Кефалинии не место. Да и вино здесь любят. Вино любят все и везде. Кроме того, Кефалиния уже совсем не та, что прежде. Вспыхнула эпидемия чумы, дела не заладились. Давно здесь? Достаточно, чтобы снискать славу лучшего торговца вином на Косе. Ну, то есть единственного. Местные рано или поздно смирятся. Ты проделал долгий путь. Кстати говоря, ты тоже. Ну, ты нашел то, что искал? Пока нет. Надеюсь, тебе повезет так же, как мне. Я нашел свою маму. Здесь, на Косе? Ее дом здесь, значит, и мой тоже. Познакомься, мама. Сходство налицо. Узы крови крепки, знаешь ли. Мила, помнится, ты говорил, что она давным-давно умерла. Да, это приемная мама. Мы стали так близки, она сама настояла. Хватит, Маркос, правду. Ну, мама владелица виноградника. Его хотели продать на аукционе после смерти ее мужа. Я не мог не вмешаться. Значит, ты решил ей помочь. Благородно. Нелепо, что такая чудесная женщина не может получить свое наследство. Теперь мы ведем дела вместе. Все верно, мама? Молчание – знак согласия. Она делит землю с любимым сыном. Со мной?
Неплохо ты тут устроился, Маркос. Ха-ха! Не знаю, я тебя решил бы, что ты серьезно. Теперь я часто смеюсь. Ты так не веселился, когда сидел в крепости. А, к слову сказать, у меня возникли неприятности. Неудивительно. Но ты можешь избавить меня от них, правда? Я полагаюсь на тебя. Валяй. Как всегда. Только взял в долг деньги, а меня уже называют плутом Коса. Все из-за Цербера, он судил больше всех. Кого-кого? О, то Циклоп, то Цербер. Надеюсь, он не трехглавый пес. Что за глупости? С Циклопом все было не так. Сейчас я хочу заключить мир и поднести мое лучшее вино. Лучшее? Может, сносное? Алексиус, ты мне как родной. А раз мы семья, уверен, ты не бросишь меня в беде. Ха, уверен, значит. Обещаю, в этот раз я заплачу. Отнеси вино Церберу и все. Что ж, по старой памяти. Ты надежный человек. А Цербер получит отличное вино к ужину. Он у себя дома. Надеюсь, Цербер не кусается. Это ты, Цербер? А ты кто? Фух, голова одна. Я принес дар. Ты пробовал вино Маркоса? Лучшее из лучших. И какое оно? Сладкое, да. Очень вкусно с хлебом. Вы не задобрите меня вином. Я не забываю, кому одалживаю деньги. Маркос хочет мира и благодарит за терпеливое ожидание. Выпей со мной, раз вино хорошее. Ладно. Это отрава! Нет, лишь вино. Ты обманщик. Что-то мне дурно. Стража! Стража! Но смерть будет быстрой. Тут до сих пор привкус вина Маркоса.
заплатить за твою. Ты вернулся? Ну и как? Хотя знаю, Цербер хочет еще одну амфору. Нам стало плохо, Маркос. Не верю. Лучше... Не мог сказать, что хочешь его убить? Так я сказал, я новый Маркос. Не убиваю, а несу добро, но... В общем, теперь он мертв. Мертв? Отлично. А что? Цербер — это трое мужчин, братьев. Вот почему они Цербер. Ясно? Как вовремя. Значит, его братья будут мстить. Как же быть, как же быть? Что же это я? Алексиос, ударим сами! Что? Каким образом? Мой лучший друг, наполовину бог. Это как иметь маленькую армию. Что ты намерен делать? Мы их запугаем. Угроза — это как встретить медведя. Очень страшно. Нужно поджечь дом братьев. Если быть точным, амбары. Плохая идея. У тебя есть повод не доверять мне? Впрочем, не отвечай. Доверься.
Ну, как скажешь. Вряд ли сработает. Я не зря готов пожертвовать возможными клиентами. Хочешь, я сожгу... Не стоит. Это целебные травы. А почему ты сразу не сказал... Я думал, ты знаешь. Слишком много церб. Будем надеяться... Я схожу к амба. Не щади их, амб... Ясно. Добрый день. Thank you.
Всего доброго. Занять свои места! Рад тебя видеть, капитан! Хватит, пока Аполлон не начал завидовать нашим голосам! Занять места! Оставь все паруса!
Жрецы, по местам! Тише. Ugh.